Еще Фрэнсис Бэкон говорил: «Чтение – дело человека знающим, беседа находчивым, а привычка записывать точным». Время показывает, что эта мудрость не теряет своей актуальности уже не одно столетие. Да, сегодня читатели имеют большое поле выбора изданий, причем не только по жанровым характеристикам, но и по форматам. Кто-то предпочитает слушать аудиокнигу, кто-то пользуется электронными носителями и читает с экрана, а кто-то не перестает интересоваться печатным вариантом. Сегодня областная библиотека имени Горького обладает всеми этими ресурсами и готова предоставить их пользователю. Пользователями областной библиотеки ежегодно становится около 48 тысяч читателей, причем треть от этой цифры получают информацию, пользуясь электронными библиотечными ресурсами. Проект «Некнижные люди» – это новая инициатива областной библиотеки. Понимая, что сегодня учреждение выполняет не просто функцию выдачи литературы, это объект социокультурного значения, работники сети идут вперед и осваивают новые технологии, которые продвигают литературу и чтение. С помощью нас и других людей, наших читателей, мы вот этот стереотип попытаемся в этом проекте сломать и доказать, что библиотека – это здорово, это всегда актуально. И на данный момент библиотека – это та информационная площадка, интеллектуальная, культурная площадка, которая сегодня идет в ногу со временем, между тем оставаясь и раньше, и сейчас храмом мудрости и храмом знаний. Сегодня библиотекарь уже далеко не просто специалист, который выдает книги. Библиотекарь нового формата универсален. Это и литературовед, и лингвист, и педагог, и психолог, и экономист, менеджер, ну, если хотите, специалист, владеющий информационными технологиями. И в нашем проекте мы спрашивали у людей о том, что они думают о библиотеке, что они думают о профессии библиотекаря, какой они хотели бы видеть областную библиотеку, и, поверьте, ответы получились самыми неожиданными. Сегодня в фондных учреждениях хранится не одна тысяча редких документов, и особенно ценные – книги с автографами. Большой вернисаж расположился в фойе учреждения. И это только малая часть истории языка и литературы, которую бережно хранят в фондах работники областной библиотеки. Сегодня ее летопись продолжается. Она пополняется новыми фактами и событиями, которые не останутся незамеченными.